Всем привет! Сегодня мы опять идем на прогулку из двери. Я вам хочу сказать, как бы так. Короче, у нас Пайсон сорвался с цепи, ну это такая собака. И как-то у него хвост такой черный. И, короче, он так другой голос стал гавкать. Короче, ну ладно, пошли. Пайсон, он реально сорвался с цепи, он бегал вообще. И вот у нас наш Тайсон. Это, как всегда, его играет ниндзя. А здесь Тайсон. Тайсон. Мальчик наш. Ладно, попробуем с путальником к нему подойти. О, как бы он меня не слопал. Короче, здесь скакалочка есть, да? Да, у всех, короче, побежали отсюда. Идемте на доски посмотрим. Нам привезли доски. Так. Ага, понятно. Видеоблок. Короче, не доски. Их надо не таскать. А что с ним делать? Не надо. Надо таскать быстро. Ну, я таскать не буду. А куда именно таскать, я не знаю. Какое здесь-то яркое солнце. Вообще, блин. Ой, ёлка, не бабай. Ой, ёлки-ёлки. Смотрите на это чудо. Короче, пролежали в воде здесь. Черепаха, разные такие зверюшки. Короче, они пролежали в воде. И такие огромные, офигеть. Но они не настоящие, я могу их потрогать. Оп-оп. Все, видите? Там капли не настоящие. Ты водяные. Что надо? Это все маме. А что? Где игол? Нету. Я не знаю. Вон там где-то, вон там где-то. Вот. Пестрянка. Ой, Тайсон. Пестрянка. Ради бога, не слопай меня. Вот такой вот Тайсон сорвался с цепи. Короче, он так высоко. Ёлки! Подходим к Тайсону и смотрим. Отбухивает. Да, фотос. Фоточка, конечно же. Классная. На. И закрой калитку. Подам. Она мне дала свой. Мой меч, то есть, не свой. Пошли. Я не закрою. Чё? Вау, я ясно вам говорю, не только калитку. Ёлки! Ёлки! Не мешай мне сниматься! Подожди! Там наш сосед бегает в розовой курточке. Вот фоточка вам. Давайте, пошлите. Ну, это было не фоточка, а видео. Пошлите. Чего я только себя снимаю? Пошлите еще. Другое место попрыгаем, где-то повеселимся. Такая, ооо, какая длинная дырка. Сколько-то много досок. Здесь КамАЗ прилетел. Вот столько привез. Досок. Так, здесь когда-то были цыплята. Вот это камни, которые что-то строят из них дом, кажется. Да, кажется. Или дом. Вот здесь не могут свалиться. Но мне надо быть поосторожнее. Да-да, я вам сразу говорю. Так, вот такие камни стоят, короче. Можно с ними сделать фоточку.
подойдете к нам, если хотите сделать фоточку. Но их, наверное, не будет на прошлой неделе. Их, наверное, не будет, но я уже сделала фоточку. Посмотрите эту фоточку. Мне надо видно, чтобы было камни. Пошли. Так, сейчас вам все камни покажу в одном виде. Вот такая у нас, вот такие у нас камни. Их очень много, но солнце светит яркое. Даже вам ничего не видно, наверное, зрители. Так, эту красоту. Фу, как бы мне отдохнуть. Ой-ой. Ну, как-то и фото получилось. Ну, ладно. Егор со Машей. Вот наш такой Егор красавчик. Ходит, играет. Ниндзягу. Маша. Вот такая наша красавица. Ну-ка, давай-ка. Мама, покажись. Я твою маме расскажу. Мама. Маша, ну давай, сфоткайся. Маша. Ладно. Ну и что, что она бегает? Идемте на горку, поиграем. Моя. Вот я вам такая красавица. А вот наша и Машечка. Догонялки, короче. Давай, Маша, сделай фоточку. Чик. Чик. Вот такая у нас Машенька красавица. Все, а теперь к свету надо. Вот и Светка. Они уже вон такие большие. Такие, а вот самый большой. Медвежатый. Зрители ничего не видят. Фу, какой скрип. Ой, ох, ёка. Вот такой у нас краб. Давайте его возьмем. Он не настоящий. А может вам лягушечку показать? Фиолетовая? Да. Это не настоящие друзья мои, но я их уже показывала. Сейчас я просто напугаю кого-то. Знаешь, кем? Черепахой. Нет, она вообще не страшна. А как ты напугаешь? Какой скрип-то? Вот это вот я возьму. Просто возьму и кину прямо на них. Вот и все. Ну-ка, друзья, дайте мне одного крабика. Я потом. Я его возьму, сейчас подойду. Пошлите. Маша, у меня для тебя подарок. Я знаю, что он. Чё? Не знаю. Ну-ка, сделай назад, а то этот сюрприз важный. Ну, туда, вперед. Я тебе пошутила. Сзади посмотри. Сними курточку. Ну-ка, стой. Вот это! Поднимай. Я его увидела. Откуда он теперь? Пошлите, зрители. Чё, испугалась? Да? Испугалась? Я тебе покажу! Маша испугалась, я этого не... Это Маша настоящая, он меня чуть не ущипнул.
зрители. Она мне сейчас такое покажет, что я пока побегу отсюда. А то она мне как крестит по моей головке. Мало не покажется. Пошлите поскорее. Давайте еще пойдем. Ой, простите, зрители, что-то камера падает. Камера нет, не упала. Здесь была рассада у нас вот такая теперь. Здесь такая у нас теперь сидит. Так, сейчас будем делать пирогов. Что ты делаешь? Кальку ловую. Машка, что ты ловуешь? Закрой глаза. Пять. Хотя есть сюрприз. Да. Вкусный, сладкий. Но мама еще по одной кое-что дала. А! Лягушка! Настоящая! Настоящая машина. Как? Она испугалась. Ладно, что, ты давай бой, давай. Маша. Катя! Маша! Что ты наняла? Маша! Зрители! Давай не найдем путь от Маши! Маша! Маша, у меня в руках камера! Мама, девушка! Камеру сломаешь, и мама тебя убьет. Зрители мои, наверное, еще побегаем. Ну и на этом все. Всем пока, всем пока-пока. И до встречи. Ставьте лайк на красную кнопочку. Пока-пока. Так, мы учим Машу кататься на двухколесном велике. Я сегодня сначала была Света, снимала, здесь я. Мы вот первый раз учим Машку кататься. Так, может, сядем, сядем. Давайте сядем, отдохнем. Ты будешь смотреть? Ну, окей. И хотите, можете написать посылку? Мы ее будем говорить. Напишите, от кого это. Мы скажем, мы откроем все красиво и назовем его. От кого. И вам будет огромное спасибо. Что то, что вы нам дадите. Посылку. Ну вот, Машка пока катается. А я покачаюсь.
Здесь стол мешает. На этот стол под качели. Папа сам сделал качели. А он локти на гох. Так будем каждый день. Нет, я Он как-то на каждый день учится. Она-то знает на каждый день учиться. Что, вы научиться кататься? Не, тебя тоже тренировали, Света докажет. Не, я сама научилась на маленьких колесах. И я только один день училась, и все, я научилась. Маша вообще. А, Света! Да, точно, Света! Светка! Света! 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 Я знаю, как можно научиться кататься. Света, я знаю, как можно научиться кататься. Надо попросить, чтобы колеса приделал. Позже мы тогда научились кататься-то с колесами. А можно я попадаю? А, нет. Колеса сломаны. Что, сделал колеса? Попросим ему папы? Давай. Угу. Нет, и Марка так научится. А ты вообще тихо, заткнись. Одно колесо вообще вот так вот. Я вообще падаю. Одно колесо, оно слишком маленькое. Я падала. Ага, маленькое. Это ты тогда кататься не умела. Оно как-то вот так вот, и я так вот ехала вообще. Не-а. Там Машка. Ой, мешает. Вон там. Машка. А вот это Катька. На трех, на своем трехколесном велике. А тот был велик Светкина, а она на своем. Ладно, это была шутка. Катя катается на Оксе на велике. Ха-ха. Смотри, не сломай. Ладно. Вон там у Окси на горку залазивает. Ладно, давайте перестанем, а то шумит качель. Вон она на горке. Погнали к ней. Вот и Оксенька наша. Привет. Ха-ха. Вот и моя тень. Привет, бабушка. Бабушка. А, вот это вот мой велик. Дай-ка покатайся. Я даже на нем не катался. Я тоже же хочу. Я на нем только один день катался. Я тоже после хочу. После зимы это. А, давай по очереди по кругу. Ладно. Ты бегай. Бегай за мной. Чтобы увидеть, как я катаюсь. Я буду тоже. Как-то тяжело кататься. Никак не... Не могу их крутить, они вот. Хлетают. Света. Как камера. Света. Пока кататься не будем. Колесо спущено. Надо еще сковывать. Да как колеса? Да все, крутится. Все крутится. Вы достигали. Крутится они что? Да это потому что сзади колесо спущено. Да нет. Это не спущено, как всегда. Да нет. Видно, что спущено. Света, погнали, тоже надуем. Это вообще так вот, сдувается, это Лика. Нормально едет. Сейчас поедем. Дай камеру. Дай камеру. Погоди. Я сама уже научилась кататься. На помощь путь на дуба. Я и так еду. Как могу видеть, как я еду. Пошлите в наш гараж, это наш насос упал. Давайте, нате камеру, нате. Не едь. Маша, слава, сейчас будем колесо заднее надувать. Попал же к нему, пока. Колесо не будет, наш. Маша, сейчас. Надуем. Я в кубу. Хотя бы папа надувал. Надувается. Надувается, да, надувается. Yeah.
Да. А тут они, ребята, мало сил. Нет еще? Потрогай, какая уже. Вообще твердая. И до сих пор еще нет. Но тут. Легко качает свои силы. Не качаюсь я. Нет. Это качает. Гасить для руки это. Угу. Еще два раза. Ой, три, да? Два. Три. Все, следим. Потрогай. Вообще твердое. Пока. Так. Как я? Это тоже ушло. Ну, сойдет? Ну, давай. Вот это спущено. Чуть-чуть буквально. Ну, чуть-чуть спущено. Катя с Машей. Это же теперь Катя не Машин велик. Нет. А красный мой, это теперь мой со Светкиным. Это мой. Потому что нету два велика. А вот этот мой и красный. Да. Нет. Да. Нет. Блестящий велик с наклейками. Мой велик. Я буду учить тебя. Катя! Ломает как? Так, вот так. Ребилка. У нас... Они все всегда ссорятся. Да, потому что... Ничего страшного. Катя, тесто жаден. Нет, это ты жаден. Так, все, не обзываемся. Ну, как-то я. Я сказала, что... Все, готово. Все, готово. Стой, Маша, дай-ка проверить. Пусть она проверяет. Да, она едет и умеет, Маша. Дай-ка, дай-ка проверить. Так, стойте. Не стой. Маша, стоп, пока слезь, Маша, слезь. Слезь. Ой, аккуратно. Егорка, а ты сможешь это спустить нам? Что спустить? Да. Это вот откручивать и там, ну, как потом ее спускать. Сейчас спустим Машу. Сейчас мы спустим Машу. Все игрушки. Надо было... Этот болтик открутить. И этот вот. И мы ее спустим. Нет! Да. Я... Нет! Да. Нет! Никогда. Сейчас Егорка понесет, и мы спустим. Нет! Чтоб Машку научить катать. Это же не только Катьки. Никогда не спустим. Так, все, хватит. Отойди. Отойди, скажи. Нельзя спустить. Ну, на этом раз все. Всем пока-пока. Я привет, я Игорь Ксения, мы снова гуляем. Да. Это часть. Да. Из-за этой ссоры виновата лишь Катя. Это не я, это... Так, все, хватит. Маша. Все, хватит. Я хочу скатиться сбоку на самокате. Так это не врежьте в меня. И... Поехали. Катишь с такой большой горки. Летим туда. Катя. Снимаешь? Да. И вот тут. Там Машка. А тут вот этого жадина. Это ты жадина. Ну вот, кататься на... Ладно, давайте. Я хочу покататься на качеле, так как никто не может держать камеру. Придется со скамьей. Только придется аккуратно. Давай, Оксана, не пьешь. Окей, все, давай.
Ёлки. И кому ж не так. Оп. Оп. Блин, только правда стоит тыкать. Ну, качаться можно. Ёлки. А, только у нас, правда, тут вот эти вот доски местами. Окей. А где тут? А, вот наша жадина. Это ты жадина, блин. Okay. Пойдемте-ка. Будем ходить. Ну, примерно на горке небольшая высота. Она примерно где-то вот такая вот. Идемте сверху покажу, какая тут высота. Кстати, передаю привет бабушке. Большой тебе привет. Тут примерно вот такая вот высота. Невысокая. Ну и вот, вот такая вот ширина. О, не ширина это. Чё, так садись. Чё не можешь? Давай катись. Сейчас у нас... Да не надо лазить, не надо, ты упадёшь. Чё, поехали. Катя, вот. Катя, чё? Сейчас. Нет, ты попробуй, встань. Не надо меня снимать. А, там всё равно тебя не видно. Чё? Катя, чё? Дай помочь, ты сейчас. Она не дает. Мы что-то поиграем? Или новости скажем? Придумаем. Да про новости. Вы смотрели наши вчерашние видео? Мы снимали тебя в темноте. Я не помню, сколько мы уже лет... Ну, мы Его уже... мама не... лет. Не выжил. У меня почти... У нас почти 100 с чем-то просмотров. Ну, мало. 130 с чем-то, по-моему. Ну, очень мало. Пожалуйста, смотрите наше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Окей. И вот сейчас солнце катается. Оп, оп. Ладно, на это скоро кончится видео, но давайте чуть-чуть еще походим, да и все. Пойдемте высоту посмотрим. Смотрите, с этой стороны вон какая высота, а с этой вон. Там до сих пор снег лежит. Вот наш дом. Тут береза красивая. Ну ладно. Еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем привет. Это часть вторая, как мы гуляем. Здесь я сижу, а там Оксана качается. А вот Мариночка спит. Лялечка, миленькая. Смотри, как, короче, какой... Вчера этот краб был еще очень маленький. А сегодня он вот такой вот. И вот так руки так даже брать. Блин. Это не настоящий, это растущий краб. И он выглядит как настоящий. Вот. Сейчас я Машке дам камеру. И пойду покажу вот этой вот маме. Уже она будет в шоке. Машка! Внимание! Сейчас мне качели придет. Давайте. Вон мышечка какая. Все, мы начинаем. Качаемчик в окна. Все.
Гляди, такая луна. Пойдемте. Что, что здесь иди? Ой, Тайхан. Вон Тайхан. Привет, мои сладки. Видите? Он такой зеленчик. Покахает. Улечка какая она. Тайхан. Вот какой Тайхан. Маленький домик. Я кого-то пришел. Нравится? Да. Я с вами. Так. Вообще, давай фоткаем что. Вообще, давай. Давай вообще фоткаем что, перенись. Я слышу. Выходить. Мама сказала, там не снимать. Там дай тебя фоткаю. Как? А как лучше это пофоткать? Зачем аж ты же? Как остановиться? Остановиться.